Россия всегда, испокон веков, была богатым, независимым государством. Но к нам часто обращались, и мы помогали. И поэтому к нам присоединялась по собственной воле и Грузия, и Армения, и другие страны. И это нормально. Сегодня так случилось, что мы распались, нет СССР. Но мы знаем слова великого полководца «разделяй и властвуй». Поэтому маленькие государства очень легко забрать. И только в большом тесном содружестве мы можем противостоять любому врагу. И настанет такое время, когда все захотят снова присоединиться, и будет называться «Союз общих республик» или «СССР», или и неважно кем и как. Главное, что все захотят быть снова с Россией вместе в дружбе и согласии.